В Москве вручили награды многодетным семьям. Торжественную церемонию в Государственном Кремлевском дворце приурочили ко Дню матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября. Почетные ордена и медали родительской славы за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций вручил Сергей Собянин. По словам мэра, число многодетных семей в столице растет, а город делает все необходимое для их поддержки. И эта работа будет продолжена. Мы будем и впредь строить детские сады и школы, заниматься благоустройством детских площадок, открывать новые парки, расширять возможности для семейного отдыха, запускать новые культурные и образовательные проекты.